Здравствуйте, Андрей Николаевич. Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, за то, что вы дали мне шанс. Мне это очень приятно и льстит. И я безумно рад был находиться рядом с вами, потому что вы мой кумир детства. Поэтому для меня это была огромная мотивация находиться рядом с вами. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольном карьере в качестве тренера уже, потому что вы большой чемпион, и я хочу, чтобы вы были чемпионом в качестве тренера. Вот, и, конечно же, вы сдержали свое слово, вы заставили всю страну и нас смеяться, стрибаты, это плакаты. Удачи вам, обнимаю очень крепко и надеюсь, до скорой встречи. Андрей Николаевич, хочу поблагодарить вас за совместные 5 лет работы. Также хочу сказать спасибо за предоставленный шанс попасть в национальную команду. На протяжении 5 этих лет надевать футболку сборной – это большая честь и гордость для меня. Хочу пожелать вам удачи в дальнейшей тренерской карьере и достижения наилучших результатов. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Хочу выразить огромную благодарность за то доверие, которое было оказано с вашей стороны. Это было честью и радостью тренироваться и играть под вашим руководством, также под руководством всего тренерского штаба. Ну и, конечно же, за мечту, которая сбылась при вашем участии, это надеть футболку сборной Украины. Также хочу пожелать вам успехов в дальнейшей тренерской карьере. Всего самого наилучшего. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Николаевичу и всему тренерскому штабу за проделанную работу, за полученный опыт, за то, что стал частью прекрасного коллектива и за нереальные эмоции.